Директор почти обанкротившегося Пельского муниципального предприятия АПК-канал сегодня был официально уволен. Решение об отставке Ирины Зубениной было принято на экстренном заседании муниципального совета. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Против, воздержавшиеся, единогласно. Обязанности руководителя ВД-канала временно будет исполнять бывший вице-мэр Бельц по экономике и финансам Леонид Бабей. По его словам, предприятие сейчас находится в критическом состоянии. Тут нужны серьезнейшие вливания, даже на уровне государства. Поэтому я думаю, что войду в положение дел и попрошу примара, чтобы разрешить мне потом вас проинформировать, какое настоящее положение дел и что необходимо сделать. Напомню, что на прошлой неделе, 25 февраля, Ирину Зубенину и некоторых ее коллег обвинили в регулярном пьянстве на рабочем месте. На следующий день она написала заявление об увольнении, так же, как и главный инженер предприятия. Мы попытались связаться с экс-директором, но трубку она так и не подняла.